Приветствую всех. Сегодня я вам покажу проведенный ремонт на лазерном источнике Raikus RFL-P50QB. Лазерный источник Raikus этот стоял в лазерном маркере, и по каким-то причинам у него был прогар внутри кабеля доставки, выгорело около 30 сантиметров. Волокно горело из кабеля внутрь источника, пока не дошло. Видимо, выключили его или еще что-то, потому что если бы его не выключили, то произошло бы обгорание всех волокон, и ремонт бы его не получился. Он бы мог и сам выключиться, конечно, у него стоит датчик. Если вдруг пропадает излучение на выходе, то он отключается. Но до датчика не догорело. Было предложено заменить весь кабель доставки вместе с оптическим изолятором, но заказчик согласовал только укорочение кабеля, поэтому обрезали кусок, удалили защиту, освободили около 40 сантиметров волокна, сварили его с основным контуром накачки, и сейчас будем проверять. Raikus RFL-P50QB – это достаточно мощный источник. У него энергия 1 мДж при 50 кГц. При включении источника сначала включается лазерная указка, потом при включении лазерного излучения указка отключается и включается только после отключения. Сейчас поэтапно я проверял мощность на 10, 20, сейчас мощность 90%, и теперь максимальная мощность на 100%. Все работает, все выдерживает. Теперь этот лазерный источник мы ставим на тестирование. 8 часов он работает на разных мощностях. Если все нормально, измеряем мощность и выдаем клиенту.